покупайте. Теле2. Другие правила. Продавайте гигабайты. Продавайте минуты. Новость дня. Вновь меняют правила Теле2. Теперь наши абоненты могут продавать и продавать минуты и гигабайты из пакета. Просто выставляйте их, как просто выставляйте их. И после продажи деньги падают вам на счет. О, мои гигабайты сразу купили. Абоненты Теле2 могут продавать свои минуты и гигабайты с этого дня. Теле2. Другие правила.